сидел в тюрьме. И все, и включается страх, защита. Мне всегда казалось, что я классная, такая веселая, но я бежала от себя самой. Сдадут меня на органы, в проститутки, все, пойду. У тебя сразу такая первая мысль, что ты никому не нужен, и ты как будто бы уже помечен таким красным флажочком, да. Вот, и мама, знаешь, в таком шоке, она заплакала, и сразу меня на суд. Не верь, не бойся, не проси, понимаешь? Что ведь это большая проблема, что таких людей как будто нет.